Ну вот, вчера мы вилили, а сегодня это свинство. Все везде пришлось поотмывать. Все вот эти подтеки. Вот. Там еще по салону вот здесь надо будет поотмыть. А так дверные проемы. Вот эти все вещи. Не должно быть здесь этой грязи. Но вот кое-где. Видно, там чуть-чуть пооставалось. Вот желтенького. А так свинство это разводить смысла нету. Все вот это лишнее. Внутри вон он, мовильчик у нас есть. Не мовиль, а консервант. Вот. И все лишнее поотмыл. То есть там, где надо, он должен быть. А здесь все это лишнее надо поотмывать. Вот. Теперь займемся. Надо оттереть в салоне лишнее, там кое-где вот есть. Все вот эти вещи. Вот. И можно заняться обклеечкой. Обклеечка будет, будем клеить шумочкой, такой легенькой, не тяжелой, не СТП-шкой, которая утяжеляет, а эконом-вариант. Вот такой вот мягенькой наклейкой основе, как бы как резиночкой. Вот, немножко обесшумим. Ну что, начинаем потихоньку. Продолжается работа. Подзаклеил здесь чуть-чуть. На багажничке тоже не помешает. Ну и потихонечку выкраиваемся и проклеиваем все подряд. Значит, изощряться тут никто не собирается. Вот. Почему? Потому что обесшумка нам не нужна, тут идеальная. А где кусочками, где там не кусочками. Вот, тут не стоит вопрос, что обесшумить так, чтобы в машине идеальная обесшумка была. Нет. Просто мы обрабатываем, консервируем машинку. Вот, и заодно скромненькую обесшумочку. Ну, это как бы начало, постараюсь по максимуму, что возможно, проклеить, проклею. А там, где, как говорится, чуть не получится, ничего страшного. Вот, в крыльях. А где-то там, как говорится, кусочками, вот такими остатками. Потому что тут непогонными метрами все. Но по-любому уже звук не такой, как бы. Вот. Уже получше становится. Вопрос времени, как говорится. Ну вот, продолжаем клеиваться. Вот мы поклеили тут чуть-чуть. На багажнике, в багажнике. В принципе. И туда, и сюда. Где-то. Как говорится, возможно. Цель не стояла тут до идеала обклеиваться. Это никому не нужно. Но, в принципе, в основном все заклеено. Там на 95% по багажнику заклеил. Этого достаточно вполне. Цель, которая была поставлена, она выполнена. Вот. Теперь можно потихоньку собирать. Вот так вот. Площадь, конечно, сюда материала приличная ушла. Несмотря на то, что все кусочками, но прилично уходит материала. Вот, на все эти вещи.
Ну ничего, мы на это рассчитывали. Вот так вот сюда. Уже мы все собрали. Вот здесь еще на номер надо наклеить. Вот таких вот штук, чтобы он меньше дребезжал. Вот, сзади уже все как бы сделано, собрано. Пришлось вот в этих местах, где фонари, проклеить уже. В наглую вот эти две вставочки сделать такие. Потому что там вообще открыт багажник. Смысл? Я думаю, что и вот здесь тоже надо будет подклеить. Зачем оно это надо все? Ну, такие вот дела. Уже крышку багажника почти собрали. Все в сборе. Проверил, все работает, светится, моргает. Переходим к салону. Здесь работы нам хватит по оклейке. Вот потихонечку начинаем обклеивать уже за задними сиденьями. Ну, на сегодня, наверное, уже хватит. Багажник сделан. Все работает, собрано. Теперь будем обклеивать внутреннюю часть, салон. Заготовки нарезаны. Вот так вот. На сегодня финиш. Все. Всем спасибо. Пока-пока. До новых встреч.